Здравствуйте, друзья! Сегодня суббота, а в понедельник у нас тут в Санта-Крус будет съемочный день. Приедут люди там с телевидения нас снимать. И мы так вот пошли в Костко что-нибудь прихватить так на угощение. И вот Света такой хлеб из разных семечек, не знаю там что там внутри. Мы попробовали, тут было место, где давали пробовать, вроде неплохой. Что мы хотим к хлебушку, скажи? Я не скажу тебе, потому что это... Секрет? Да. Это, друзья, блинчики. Блинчики. А что мы в них завернем, Света? Красная рыба. Это неплохая мысль. Да. Друзья, красная рыба в блинчиках. А это мексиканский сыр. Хороший, вкусный мексиканский сыр. Сегодня жаркий день, друзья. Суббота, жарко. Видите, все голые ходят. И как-то немноголюдно. Так тут было бы, наверное, втрое больше народу. Что говоришь? На пляже отдыхать. На пляже. Может быть, на пляже, да. Действительно. Куда-то они все разбежались. Вот эти блюберис. $7 коробка. Органические. Возьмем одну, да? Ну, раз такое дело, дать малинку тоже. Малинку. 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 6,50. Друзья, какая клубника красавица-то. За $3. Коробка. Их прямо, знаешь, в шоколад надо, вот такие большие, как специально, кажется, для шоколадной клубники. Сладкие. Друзья, не удержались и взяли. Чего себе отказывать, правильно? Шоколада у нас нету, чтобы обмакнуть. Нет, нам шоколад не нужен. Черешня такая здоровенская. Белая, красная. А, белая подороже. А красная вот за 2 фунта $9 вот это. Вот я говорил, друзья, пусто, пусто в магазине. Местами люди там где-то пересекаются на каких-то перекрестках. А так пусто. Яблочный уксус, друзья. 2 бутыляки за $6. Свет, органический. Что делают люди вот с этим уксусом? Ой, что они так с ним не делают? Они правда? Бы и пьют. Как пьют? Ну как, вот мы сегодня пили с тобой. Это правда. Немножко так мы разбавлены. Немножко, да. Немножко разбавлены, да. С медом замечательно. А еще они втирают в больные места. Всякие. Да, мы с медом разбавлены. Да, это правда. Ну, вот, втирать что? Можно? Да. Ну мы... мы втираем? Ты нет, а нет. Я да. Ладно, тогда идем дальше. Друзья, если кому нужно что-то втереть, берите вот этот уксус. Друзья, это Сан-Коко. Светочка, да. Что такое Сан-Коко? Сан-Коко – это органическая комбинация подсолнечного масла и коконат масла. И поскольку коконат масла очень высокая температура... Кокосовая. Температура кипения, на нем жарить лучше гораздо, чем на оливковом масле вообще нельзя жарить. Вот тут даже написано, что... Perfect for high temperature cooking. Да, чтобы при высоких температурах. И это на самом деле очень классно. Его не было 2 года, этого масла. Вдруг завезли. Я даже думаю, может быть, домой... Давай возьмем пару бутылок этих. Давай. Стекло, домой. Пластик, что пластик, это? Пластик. Так. Возьми это. Возьмем 3 литра. Друзья, это, можно сказать, сушеные абрикосы. На солнце высушенные. Это какой у них цвет? Вот, не потому что они на солнце, потому что они без добавления artificial чего-то. Они на солнце красок. Органически высушенные абрикосы. Ну, а замечательно. Они. Не сомневайся. Да, хочу сказать, друзья, вот если вы подержите такие абрикосы года 3, 4, 5, они почернеют, я вам обещаю. Вот. Ну, просто чтобы, если увидите, что черный. А вот это замечательный чернослив. Тоже, да, очень хороший, вкусный чернослив. Да. Единственное, что сладкое. Все это ужасно сладкое, много сахара. Абрикосы, они как раз кислые. Я беру, потому что они кислые. Нет, абрикосы, ладно, чернослив очень сладкий. Сладкий. А вот это, смотри, что они из мандаринов делают? Да, нет, вот из мандаринов, смотри. Из манго и мандарин, да. Да. Но это все не то. Так, а как мы будем использовать абрикосы? В мясо? Мы будем еще делать мясо с абрикосами и со сливами. Мы будем их делать, у нас есть такая мультиварка на 7 режимов, да. А включая это самое... Прешер-кукер. Да. Так. Да, вот. И мы, когда у нас гости приедут, мы буквально там за полчаса сделаем совершенно фантастическое мясо в таком кисло-сладком соусе. Я думаю, что это будет очень вкусно. Ну, мы покажем. Я не уверена, потому зрителю. Что там есть кому снимать, кроме тебя. Да, нет, ну они там свое снимают, а я, может, мясо сниму в кисло-сладком соусе. Да. Друзья, в этом месте
Я себе представляю, что скажут наши возмущенные зрители. Они скажут: майонез. Да какой же смысл жить в Америке, чтобы есть майонез? Нет, чтобы есть что-нибудь органическое. Нам нужен майонез? Нам нужен майонез. Какой мы берем? Я не знаю, нужен или нет, но мы прямо его возьмем, потому что мы не так часто покупаем, и не так часто. Да, возьмем. Вот, ребята, вот такой вот. Вы думаете, это на год? Света, на сколько это хватит? Наверное, да. На год. Ну, хорошо. Вот, друзья, даже в Америке люди едят вот такую отраву. Вон есть, посмотри, какого размера. Но это уже для столовой. Скорее. Давай, покажи, покажи. Вытащи, так, вытащи банку, пусть так, все увидят. Банку, пусть все увидят. Способны. За $11 галлон майонеза. Галлон, почти 4 литра. И то есть наша упаковка еще маленькая. Наша маленькая. Хочу сказать, друзья, вы даже представить себе не можете, сколько всякой дряни поедают американцы, по сравнению с которой майонез – это, можно сказать, здоровый продукт. Так бы я сказал. Это горчичка, нет? Это горчичка. Желтенькая. Да, пикантная. Горчичка. И вот, друзья, очень удобно. В том же магазине, где вы покупаете всякую дрянь, чтобы скушать, тут же есть масса лекарств, чтобы последствия ликвидировать. Ну, или как-то смягчить. Но это, правда, вот от головной боли. Ну, от головной боли откуда? Как подумаешь, что все это съел? Вот головная боль. Вот. Разные бывают проблемы у людей, от которых нужны таблетки. Да. Тут их, видите, как ящиками, коробками продают. Тоннами. И вот каким бы пустым ни казался магазин, друзья, если ограничить количество открытых касс, то будет очередь. Например, вот в кассу. И магазин «Костка» тоже известен книжками, которые он тут продает. Здесь за полцены книжки. Конечно, это не книжный магазин, но это то, что люди покупают. Вы видите книжки по питанию с рецептами всевозможными. Потом энциклопедии разные, для детей тоже. Помните, как усталые, но довольные туристы возвращались домой. А нам, друзья, еще рано домой. Нам еще надо попасть в овощной магазин. Нам, друзья, предстоит приобрести луковицу. Мы наблюдаем за Светланой, которая выбирает луковицу. Светочка, а почему, например, вот не красную? Ну, красная для салата. Да, это. А, вот я... ну да, Светоня, она отлично. Светаня. $1.29 за фунт. Выглядит как-то она у тебя большая. Большая. Вот морковка. Казалось бы, просто погрызть, да? Как-то она толстовата. Ну, в принципе, можно, да. Ладно, возьмем такую. Хотя, нет. Вот это вроде поменьше, потоньше. Фенхель 2,50 за фунт. За фунт. Может быть, на 2,50 их две будет. Но... Ну, давай мы возьмем одну на... Давай. А мы на днях в Сан-Франциско видели. Там было за... что там? По-моему, за доллар две штучки. А вот, друзья, клубничка. Написано, что там один фунт. Вот там, видите? Один фунт. Органическая клубничка. $3. Коробочка. Вот так. Очень... симпатично смотрится, очень от души. Это, друзья, можно было бы назвать капустой, правда? Ну, тарамани какая капуста. Ну, то есть разновидность капусты. Что это? Это листья просто. Это листья. То есть там нет вот ничего, кроме листьев. Нет, нет. Они влезают. Это просто листья. Друзья, вот так смотришь, думаешь, капуста, это одни листья. Оптический обман. И это одни листья? Да. Да. Не очень много я листьев беру. Только потом ничего, окажется, Света, что... листьев много не бывает. Ну да, листьев разбывает много, их никто не ест. Ты смотри. Вот это тоже листья красивые. Ну да, давай. Красивые. За красоту возьмем. Так, авокадо надо. Редисочка тоже, вот снизу особенно такая. Это же помытая, она, знаешь, когда помытая, она красиво выглядит сразу, как только мокрая. Так. Но снизу, к сожалению, взять не удастся. А что? Ну, не знаю, ну а как до низа добраться? До низа? Прям снизу так вот тащишь рукой? Ну, попробуй.
Так, держи камеру. Что там? Берешь это и тащишь. Она оторвется, Миш. Что она оторвется? От кочерышки своей. Я тебя умоляю. Если с любовью, Света, с любовью. Вот, пожалуйста, ничего не оторвалось. Куда бросаем? Вот пакетик, пожалуйста. Один? Один. Все. И, конечно, друзья, без авокадо нам никуда. Авокадо – это наше все. Это, можно сказать, жир. Правильно говорю? Ну, это такой хороший. Жир, хороший. Да. Это хороший жир. Растительный. Растительный. Сейчас выберем. Друзья, вот у вас 4 арбуза. Да это 2 арбуза. Это ты думаешь? Это 2 половинки одного и 2 половинки другого. Ну, Свет, вот ей-богу, эти 2. Эти 2 половинки точно не сойдутся. Ну, что ты говоришь? Ну, хорошо. Это покраснее. Короче, друзья, будет. Вот эти 4 половинки арбуза. Вопрос. Надо выбрать одну, чтобы тут же съесть. Вот, знаете, я думаю, что к моменту, как Света взяла, вы уже сделали свой выбор. Поэтому вот, если ваш выбор совпал, ставим лайк. Если не совпал, тоже ставим. Света, что такое суджа дринк? Это что за дринк? Не знаю. Какой-то... Сейчас очень много пью всяких дринков. Какие-то дринки, друзья, действительно, уже не знаешь, то ли пить, то ли трезвенником быть. Значит, яблоко, вода, банан, блюберри, стробы, там. Что-то я не помню, тут все фрукты перечислены. Может, выпить? Как считаешь? Ну давай выпьем, посмотрим, что будет. Может быть, выживу. Друзья, для вас, для всех наших зрителей, я Света головой качает, а я правда только для вас. Дай мне попробовать тоже. Окей. Отлично. Я спросил продавца, я говорю, это что вообще за фигня? Он говорит, ты что, это вообще такой. Ну хорошо, все, давай, хватит. Да? Да, друзья, сок хороший. Прямо, знаете, амброзия. Свет, понравился, да? Хороший, хороший. Вот так получалось. Пил для наших зрителей, а получилось, что тоже... вот Свет у меня отобрала бутылку. Слушай, а я не знал, что ты грибочки взяла. Может, у нас из другой корзины, из чужой? Да, мы рассчитываемся на кассе. Нам дают такие билетики. И эти билетики, они разных цветов, в зависимости от суммы, на которую ты накупил. И можно вот подойти к этой доске. И тут, видите, кармашки. И вот каждый кармашек относится к какой-то нон-профит организации общественной. Друзья парков Санта-Крус. Это Чистый океан. Homeless Garden Project, который вы знаете. Вот сюда бросаешь, а им потом какие-то отчисления. Это самообслуживание.